Читинские школьники и их родители несколько месяцев своими руками создавали поделки и сувениры, чтобы передать их на душевный базар. Вязаные игрушки, новогодние украшения, сладости – все это можно было приобрести в двух торговых центрах нашего города. В акции приняли участие благотворительные фонды «Светоч», «Пчелка Майя» и поисковый отряд Кости Долгова. Конечно, огромную помощь оказали волонтеры. Во время душевного базара было собрано более 100 тысяч рублей, из них почти 58 тысяч собраны фондом «Светоч». Эти средства направят детям, которые нуждаются в длительном и сложном лечении. Организаторы акции благодарят всех неравнодушных забайкальцев, которые внесли свой вклад в доброе и важное дело.